Друзья, давайте сегодня поговорим о статинах, потому что на канал до сих пор поступает очень много вопросов мне о статинах. Показания, противопоказания, можно ли сочетать с другими препаратами, какой статин выбрать, какие побочные эффекты есть у статинов и так далее. Итак, статины. Для чего они применяются? Меня зовут Стойко Ольга Александровна, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Вот уже более 10 лет занимаюсь диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Веду уже с 2020 года этот канал, делюсь с вами своим опытом врачебным и своим мнением эксперта, как эксперта-врача. Итак, статины. Статины — это гиполипидемические препараты. Статины снижают уровень плохого холестерина в крови, уровень ЛПНП, липопротеиды низкой плотности, по-другому называется. Тем самым статины также могут и повышать уровень хорошего холестерина, ЛПВП, липопротеидов высокой плотности. Статины на самом деле имеют, это самые безопасные препараты в кардиологии. В кардиологии есть группа препаратов от давления, есть для урежения пульса, либо увеличения пульса. Есть препараты, разжижающие кровь. Тоже две веточки, на две веточки делятся. Антитромбоцитарные и препараты и антикоагулянты. Антитромбоцитарные — это аспирин, аспирин-содержащие препараты. Это клопидогрель, ингибиторы P2Y12 рецепторов. Это тикагрелор, просугрел. Антикоагулянты, они работают на другом звене, гуморальном звене, свертывающейся нашей кровеносной системы. Они работают с факторами свертывания и противосвертывания. То есть если те препараты работали с тромбоцитами, то антикоагулянты работают с факторами свертывания и противосвертывания. К антикоагулянтам относятся апиксабан, ривароксабан, добигатран, варфарин. Инъекционные антикоагулянты — это гепарин и низкомолекулярные гепарины, клексан, к примеру, либо фандопаринукс. Дальше у нас есть в кардиологии антиаритмические препараты, тоже различных классов, их очень много. Ну и вот как раз в кардиологии есть статины. Так вот, среди всех препаратов статины — это самые безопасные препараты на самом деле. На статинах очень редко бывают побочные эффекты, если вы принимаете качественный статин. Что значит качественный? Ну, где-то средней ценовой категории. Да, я понимаю, что многим пациентам после инфаркта либо перенесенного инсульта бесплатно наше государство выдает статины, в том числе аспирин, клопидогрель и так далее, препараты от давления. Ну, я считаю, если у вас есть возможность приобретать оригинальный статин, то лучше это делать, потому что все-таки нет ничего дороже в нашей жизни, чем наше здоровье. Правильно? Поставьте в комментариях, правду я говорю, либо неправду, либо кто-то со мной не согласен. Напишите в комментариях, что для вас самое дорогое в вашей жизни — здоровье, либо что-то еще. Так вот, статины — самые безопасные препараты, которые снижают уровень плохого холестерина в крови. Давайте разберем, кому назначают препараты. Препараты назначают не всем, но если у человека есть кардиологическое заболевание, например, артериальная гипертония, риск 2, риск 3 и риск 4. Вот если вы у себя в диагнозе увидите артериальная гипертония, идет стадия, степень и затем риск. Вот если у вас риск 2, 3, 4, скорее всего, вам назначат статин. Чем выше риск, тем хуже для вас. А чем выше градация риска, тем выше риск заработать вам инфаркт, либо инсульт, либо умереть в ближайшие 10 лет. То есть риск 3-4 — это уже очень плохо. Риск 2, ну как бы еще можно как-то поработать с этим и отодвинуть неблагоприятные сердечно-сосудистые события. Я не всегда пациенту с гипертонией и риском 2 назначаю статин. Прежде всего, рекомендую модификацию образа жизни, образа питания, режима питания и модификацию двигательной активности. Вообще, все лечение
Все лечение в кардиологии начинается вот с этого, с изменения образа жизни. И затем потом, если это не помогает, немедикаментозное лечение, так называемое, мы добавляем препараты. Но чаще всего, уже с риском 3, гипертония риск 3-4, у человека будет статин. Как назначаем, какую дозу, все очень индивидуально и зависит от того, какой уровень ЛПНП у пациента. Я поглядываю за временем, потому что время ограничено. Все индивидуально. Значит, какую дозу назначат? Кому-то 10 мг, кому-то 20 мг атроростатина, либо розовостатина, кому-то 40, кому-то все 80. Например, у пациента после инфаркта назначат 80 мг атроростатина. Про побочки. Во-первых, у меня был вопрос, можно ли при гепатозе принимать статины? Если они показаны, да, конечно, можно. При гепатозе это жировая болезнь печени, то есть в гепатоцитах есть еще и жир. То есть и вокруг гепатоцитов, и внутри гепатоцита есть жир. Он, конечно, разрушает сам гепатоцит, что может привести в дальнейшем к циррозу и раку печени. Но если у вас есть гепатоз, обязательно с этим работать. А как? В первую очередь меняете диету, снижаете уровень калорийности пищи и двигаетесь постоянно, двигаетесь. И если у вас есть гепатоз печени, вам гастроэнтеролог, скорее всего, тоже назначит терапию. И если вам показан прием статинов, вам необходимо принимать статины, но под контролем уровня липидов крови, ЛПНП, а также ферментов печени АСТ и ЛТ. Вообще, когда статины назначают, прежде чем назначить статины, врач назначает пациенту сдать анализы крови, биохимический анализ крови конкретно на ЛПНП, а также АСТ, ЛТ и КФК. И оценивая эти показатели, уже пациенту назначаются статины. Если же уровень АСТ, ЛТ в крови высокий, печёночные ферменты высокие, статин пока могут не назначить, а отложить назначенный статин. Либо пациенту назначили статин, когда он начинает его принимать. Вот сегодня 2 апреля, сегодня начал принимать. Когда необходимо корректировать дозу. Запомните, через 4-6 недель после приема, после назначения статина необходимо корректировать, необходимо сдавать анализ крови для коррекции дозы препарата. Либо вообще, может быть, коррекция не понадобится. Вот, может быть, вы так и останетесь на этой дозе. Дальше, если через 4-6 недель вы не достигли целевого уровня ЛПНП, например, ваш целевой уровень 1,8 ммоль на литр, либо ваш целевой уровень 1,4 ммоль на литр, если вы на максимально переносимой дозе статина не достигаете целевого уровня ЛПНП, при этом АСТ, ЛТ в норме, врач к статину добавит эзитимиб. Это препарат-помощник для статина. Но в отличие от статинов, эзитимиб работает в кишечнике. Он не дает всасываться тому холестерину, который поступает у вас с пищей. И не дает всасываться этому холестерину экзогенному в кишечнике. Но совсем лечиться эзитимибом, например, оставить статины и перейти на постоянный прием эзитимиба не получится, потому что эзитимиб, торговое название Отрио, может быть, кто-то принимал, эзитимиб снижает уровень плохого холестерина на лишь на 20%. Вы не снизите только одним эзитимибом уровень плохого холестерина, например, на 50%. Вот. Время закончилось. То есть эзитимиб — это помощник. Если пациент не достигает, принимая статины, эзитимиб целевого уровня ЛПНП, тогда назначают ингибиторы PCSK9, алиракумаб, либо эвелакумаб. Это препараты, которые ставятся подкожно. Эти препараты тоже как дополнение к статину. Они не заменяют статинотерапии. То есть будет статин, эзитимиб плюс алиракумаб, который ставится 2 раза в месяц. Либо есть сейчас новый препарат, он только входит в 2023 году на российский рынок. Это зарубежный препарат инклисиран. То есть человек будет принимать статин, эзитимиб плюс инклисиран. Инклисиран также вводится подкожно, но вводится реже, 2 раза в год. Побочки. Значит, очень-очень редко у меня пациенты наблюдаются после инфаркта, принимают дозу атроростатина 80 мг. И переносят хорошо, причем принимают льготные лекарства,
которое им выдала поликлиника. Если же у вас появляется какая-то побочка, необходимо сменить статин на другую фирму-производитель, возможно, перейти на оригинал. Второй этап. Если на оригинал даже у вас есть побочка, что может быть? Но обычно на некачественные статины пациенты жалуются на плохой сон, кошмарные сновидения, боли в животе. Хотя не факт, что эти жалобы могут быть связаны с приемом статина. Боль в животе может вызвать все, что угодно, в том числе и та пища, которую вы едите. Но мало ли, если вдруг подозреваете, что это на статин, боли в животе, нужно менять. Либо обращаться к гастроэнтерологу и лечить свой живот, желудок, кишечник. Также очень редко боли в правом подреберье. Очень редко. Вообще у меня один пациент за 5 лет был. Боли в икроножных мышцах и повышался у него КФК. Так, как я уже сказала, это препараты самые безопасные в кардиологии. Запомните это, если вам назначили аторвастатин, либо розовастатин, либо питовастатин, пожалуйста, принимайте их. Таким образом вы продлите себе жизнь. На этом все.